Текстиль в утиль. Крупный пожар потушен на Сормовской. В Новый год с новыми планами. Какие изменения ожидают станицу Елизаветинскую? Самое время строить планы на 2025 год. Что таит в себе документ инвестиционной стратегии региона? Я участница проекта «Народный прогноз» Анастасия Барток. Уже через несколько минут я расскажу вам о погоде на ближайшие 3 дня. Не переключайтесь. Здравствуйте! В эфире новости «Краснодар сегодня», в студии Ирина Фомина. Чем запомнилась предпоследняя пятница уходящего года, узнаем прямо сейчас. Крупный пожар сегодня тушили на Сормовской. Огнем там были объяты складские помещения. Пламя распространялось быстро и захватило площадь сначала в 400, а потом и 800 квадратных метров. Пожару сразу присвоили высокую 3-ю степень сложности. Почему, знает Наталья Ястребова. Такую картину увидели в полдень очевидцы происшествия, которые не поленились залезть на крышу, чтобы заснять пожар на камеру. Полыхал цех по производству матрасов. Рассказывают, что рабочие выбегали на улицу, не успев надеть верхнюю одежду. Самые отчаянные пытались сдерживать стихию до приезда пожарных. Ну, конечно, испуг сразу, пламя бух, загорелось, пролом загорелся. Ну, мы вызвали пожар, мы начали тушить своими силами. Сначала огнетушителями, да, закончились огнетушители, потом начали разматывать шланги своими, пока пожарная приехала. Пожарная приехала, там уже невозможно было тушить. Скоро на стоянке торгового комплекса «Сормовка» припарковались 14 автоцистерн. К этому времени языки пламени хорошенько облизали крышу. В итоге обрушился участок кровли площадью 300 квадратных метров. Пришлось разбирать обломки, которые накрыли очаги горения, и тщательно обследовать уцелевшую часть. Выйдите, пожалуйста, здесь плиты рушатся железобетонные. Выйдите. Быстрое распространение огня пожарные связывают с тем, что возгорание заметили не сразу. Видимо, потому что ЧП случилось во время обеденного перерыва. Цех окружают складские помещения, так что вероятность распространения огня была высока. Да и площадь возгорания немалая – 800 квадратных метров. Пожару сразу присвоили 3-ю степень опасности. В таких случаях руководит тушением специальный штаб. Сложность тушения данного пожара заключается в том, что данная территория принадлежала бывшему суконному комбинату, большие площади, складские помещения, а также большая загрузка и обрушение кровли. С открытым горением 14 пожарных расчетов боролись 1,5 часа. И, к счастью, никто, кроме матрасов, в происшествии не пострадал. Сам цех выгорел полностью. Причины возгорания сейчас выясняет следственная группа. Кстати, воспламеняются цеха здесь не в первый раз. Пожарные уже приезжали сюда весной прошлого года. Наталья Ястребова, Андрей Вискушенко и Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар». Чтобы статистика не пополнялась пожарами, спасатели призывают горожан быть особенно внимательными в предстоящие новогодние праздники. Время, когда любителям пиротехники стоит помнить о правилах безопасного фейерверка. А сейчас к другим темам. Александр Ткачев вошел в рейтинг 50 известных людей страны, которых чаще всего упоминают в СМИ. Исследование провели эксперты компании «Медиалогия», специалисты которой занимаются информационно-аналитическим мониторингом. Рейтинг был составлен по данным за 2013 год. Тройку лидеров с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, на втором месте премьер-министр Дмитрий Медведев, третье занял мэр Москвы Сергей Собянин. А вот губернатор Кубани оказался на 33-м месте. Его российский средства массовой информации упоминают в сообщениях чаще, чем, к примеру, Геннадия Зюганова, Виталия Мутко или Павла Астахова. Краснодарский край получил высокую награду от оргкомитета «Сочи-2014». В Олимпийской столице сегодня назвали победителей премии «Навстречу будущему». Это лучшие экологические, социальные, экономические проекты, которые реализуют в Сочи в рамках подготовки к 22-м Олимпийским и Паралимпийским зимним играм. В церемонии награждения приняли участие члены Международного олимпийского комитета Жан-Клод Кили и Жильбер Фили, а также вице-премьер Дмитрий Козак и президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. За внедрение инновационных экологических решений в строительство олимпийских объектов награждены сразу 17 проектов. Министерство природных ресурсов и экологии должно учредить эту премию и вручать ее ежегодно в масштабах всей страны с привлечением, с оценкой всех участников крупных компаний, участников реализации крупных инфраструктурных проектов. У нас достаточно много впереди. Она чрезвычайно важна, она продумана
придумано специально для того, чтобы стимулировать, поощрять все организации работать в направлении создания условий для устойчивого развития, сохранения природы. Администрация Краснодарского края получила награду в номинации «Развитие и укрепление кубанской национальной культуры и традиций». Премию вручили губернатору Александру Ткачеву. Комментируя участие региона в большой олимпийской стройке, губернатор отметил, что при реализации многих проектов, как инфраструктурных, так и строительства спортивных сооружений, экологические стандарты были одним из приоритетов. Ведь Сочи не только столица зимней Олимпиады, но и главный курорт российского Черноморского побережья. Во-первых, программа «Ноль отходов». Это практически вывоз, утилизация всех отходов, которые производятся здесь, на территории Большого Сочи. Это дорогостоящий проект. И это глубоководные выходы в море, которые сегодня очищаются, фильтруются. Мы строим курорт, который должен конкурировать с самыми лучшими курортами Испании, Египта, Италии, Турции. Курортная индустрия, она абсолютно выгодна, она прибыльна. И я уверен, что эти вложения, достаточно серьезные вложения в инфраструктуру в Сочи, в социальную среду, в курортную, она, безусловно, окупится. Добавлю, что компаниями года, по мнению жюри, премии «Навстречу будущему» признаны РЖД и Сбербанк. Гран-при за внедрение зеленых стандартов получила программа разведения и реабилитации переднеазиатских леопардов Министерства природы России. Перспективы реализации главного инвестиционного документа Кубани обсудили в Краснодаре. За круглым столом встретились представители бизнеса и специалисты Министерства стратегического развития Краснодарского края. Организатором мероприятия выступил общественно-политический еженедельник «Юг Таймс». Документ инвестиционной стратегии региона рассчитан до 2025 года. На сегодняшний день он состоит из 130 страниц. В нем изложены цели и задачи инвестиционной политики края. Результаты анализа, конкурентоспособности региона, стратегические приоритеты и механизмы привлечения средств в регион. Данная стратегия позволит инвесторам понимать, какие правила игры на территории Краснодарского края, какие плюсы, какие минусы и каким образом будут взаимодействовать органы государственной власти, каким образом будут взаимодействовать инвесторы с органами государственной власти, что необходимо делать, в какие сроки и что произойдет в результате нашего сотрудничества. Проект инвестиционной стратегии сейчас обнародован для общественного обсуждения. На встрече потенциальные инвесторы посчитали документ сырым и предложили внести некоторые корректировки. В частности, сделать его более простым и понятным для всех. План инвестиционной стратегии региона планируют окончательно утвердить в начале следующего года. Вопросы, которые в первую очередь волнуют на сегодняшний день инвесторов и важны, это вопросы, связанные с наличием подготовленных инвестиционных площадок. Это как промышленные площадки, так и технопарки, бизнес-инкубаторы. И этому, кстати, уделяется большое внимание в инвестиционной стратегии. По словам специалистов, Кубань является привлекательным инвестиционным полем. Край имеет выгодное экономическое и географическое положение. Кроме того, здесь благоприятный климат, что способствует развитию сельского хозяйства и курортного бизнеса. Энергетики отмечают свой профессиональный праздник в эти выходные. С праздников работников этой важной сферы поздравил глава Краснодара Владимир Явланов. Мэр вручил почетные грамоты и благодарственные письма самым активным представителям энергетического комплекса города. Наград удостоились 35 человек, от руководителей предприятий до инженеров и операторов котельных. Градоначальник отметил, именно от первоклассных кадров и передового оборудования зависит тепло и уют в городе. Сейчас в Краснодаре работают около 10 энергетических компаний, которые обеспечивают столице Кубани электричеством и отоплением. Только за один год работы предприятия новые теплотрассы для Комсомольского и Юбилейного микрорайонов. В ноябре была запущена уникальная котельная мощностью 100 гигакалорий. Такая же функционирует только в Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент, подчеркнул Владимир Явланов, котельная успешно подает тепло для Восточно-Кругляковского и Московского микрорайонов. В планах строительства новых объектов в восточной части города и оснащение их электричеством. Есть, я думаю, конкретные предпосылки к тому, что восточная промзона именно начнется со строительства подстанции 110 кВт с установкой того силового оборудования, которое нужно для того, чтобы разместить там не один десяток новых промышленных предприятий. Уважаемые наши энергетики, я в первую очередь хотел
вас поздравить с праздником, пожелать здоровья, счастья, успехов, исполнения всех планов, которые каждый перед собой ставит. Сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Мы верим в вас. Мы надеемся на вас. И мы искренне желаем вам, уважаемые друзья, чтобы вы были счастливы, чтобы были здоровы. Основные задачи, озвученные в послании президента Федеральному собранию, сегодня обсуждали в Краснодаре. На заседании штаба общественного движения «Народный фронт за Россию» говорили как о главных вопросах послания, так и об исполнении его майских указов. Президент предложил план действий по достижению высокого уровня жизни россиян за счет улучшения госуправления, повышения качества работы государственного сектора, производительности труда и инвестиционной активности в экономике. Помимо задач, сегодня речь на заседании шла и об обратной связи с населением. Мы сегодня и будем смотреть уже на те обращения граждан, на те жалобы, на те, может быть, предложения, которые поступили в адрес сопредседателей Народного фронта, и давать поручения активистам Народного фронта, которые имеют уже возможность заниматься решением этих вопросов, давать эти поручения. В эфире вечерние новости «Краснодар сегодня», и вот о чем пойдет речь далее. Сегодняшняя рубрика «Интервью» будет посвящена энергетикам, и тема нашей беседы не ограничится профессиональным праздником. Уникальную возможность стать для кого-то Дедом Морозом или Снегурочкой подарил «Цветик-семицветик». Сколько горожан уже отреагировали на новогоднюю акцию, узнали Дарья Безинская и Евгений Гирник. Грабители в масках, угрожая оружием, обчистили банковский сейф. В общей сложности, по предварительным данным, они вынесли около 20 миллионов рублей. Подробнее в рубрике «Происшествия». Новые детские сады, рынок и отремонтированные дороги. Все это в планах развития станицы Елизаветинской. Преобразования начнутся уже в следующем году. Об этом Владимир Явланов рассказал станичникам на сходе граждан. О проблемах и перспективах на встрече говорили более 2 часов. С подробностями разговора Мария Крошная. Игрушечные КАМАЗы и экскаваторы в 206-м детском саду станицы Елизаветинской уступили место настоящим. Здесь в самом разгаре строительство нового корпуса. В нем будут еще 2 группы, современный пищеблок и просторный музыкальный зал площадью почти в 100 квадратных метров. С первым корпусом пристройка будет соединяться крытым надземным переходом. Рабочие уже закончили возведение 2-го этажа и приступили к укладке кровли. Параллельно начали облицовывать само здание. Вместе с тем к новой пристройке подводят инженерные сети и готовят к установке новые электропоры. Кипит работа и во дворе детского учреждения. Сейчас здесь готовят площадки для веранд, где дети смогут гулять на свежем воздухе. Открыть свои двери для дошколят детский сад должен уже в следующем году. Такую задачу поставил глава города Владимир Явланов и рассказал об этом жителям Елизаветинской на сходе граждан. До конца 1-го квартала дополнительные места будут введены. Ну, паспортная его мощность, так сказать, 40 мест, но у нас в детских садах, поскольку как бы расчетом, а присутствие детей оно значительно больше, я думаю, что это не менее 80 мест будет введено дополнительно с вводом этой пристройки или этого детского сада. По сути, новая пристройка больше, чем старый детский сад. Открытие новых детских садов сегодня очень важно не только для станицы Елизаветинской, но и всего города, подчеркивает Владимир Явланов. Сегодня в местах нуждаются около 15 тысяч детей. И для того, чтобы ликвидировать такую очередь, необходимо в течение 3 лет каждый год вводить не менее 5 тысяч мест. Выполняться это поручение губернатора будет в том числе и за счет краевой программы «Краснодару столичный облик», в которой предусмотрено строительство и реконструкция детских садов и школ. Включает в себя программа и ремонт дорог. Будет приведен в порядок в следующем году и ряд улиц в Елизаветинской. Часть из них заасфальтируют, другие будут гравийными. Станичники интересуются, не будут ли они в таком же состоянии, как и некоторые дороги, которые сделали в этом году. Гравийная дорога была этим летом сделана. Да, она была сделана. Была сделана ливневая канава. Сейчас вся эта гравийная дорога, ну, частично уже в канаве. Она в рытвинах, в ямах. Владимир Явланов отмечает, что эти дороги наверняка сделаны с нарушением всех технологий и поручает управлению дорожно-мостового хозяйства в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации. Необходимо там все привести в порядок, укатать, утрамбовать должным образом. Вот, и сделать все мероприятия, чтобы гравий не сползал. Еще одна насущная проблема станицы, с которой жители обращаются к Владимиру Явланову, Елизаветинское кладбище. У нас кладбище застроено на 100%, как бы захороненное.
у нас негде хоронить наших родственников. В принципе, сегодня вопрос находится в стадии решения. Есть такой фонд реформирования жилищного строительства, с которым мы согласовываем вопрос о 10 гектарах. Здесь вот через дорогу, вот на землях сельхозназначения аграрного университета. По, так сказать, обустройству кладбища. Злободневным вопросом стал и местный рынок. На улице Степной многие годы незаконно стояли металлические киоски. Неопрятные ларьки и торговые палатки располагались хаотично и напоминали больше Шанхай. В этом году их начали сносить. И, по сути, в ближайшее время жители могут остаться вообще без рынка, а многие и без заработка. Это недопустимая ситуация. У станичников должна быть возможность реализовывать то, что они вырастили на своих огородах, отмечает Владимир Евланов. Но в то же время подчеркивает, рынок в Елизаветинской должен быть на законных основаниях. Городоначальник поручает управлению торговли в ближайшее время разрешить проблему. Пожалуйста, подберите себе людей, комиссию, с которой определите те направления, которые нам нужно сегодня поправить. Вместе с администрацией. И сельской, и округа. И мы вместе соберемся, и я сам вникну в этот вопрос. Всего на сходе елизаветинцы задали более 20 интересующих станичников вопросов. А сама встреча длилась больше 2 часов. Многие проблемы решаются. И те программы, которые запланированы на следующий год, они будут, естественно, решены. Более того, они будут дополнены и вот этими проблемами и вопросами, которые сегодня задавались на сходе граждан. Впрочем, на этом вопросы не закончились. После общего диалога станичники обратились к руководителям городских структур с индивидуальными проблемами. Мнение о необходимости таких встреч у жителей Елизаветинской однозначное. Все вопросы, которые поднимаются на сходе, фиксируются, контролируются и всегда доводятся потом до жителей на повторном сходе. И всегда проходит их исполнение. Сегодняшнюю встречу я могу оценить на отлично. И такие встречи надо проводить каждый год, а можно и 2 раза в году. По мере возможности. Мария Крошный, Решат Нафиков и Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар». Также краснодарцы обеспокоены перебоями с электроэнергией в городе. Какова вероятность повторения ЧП? Напомню, утром 13 декабря без света и тепла в квартирах остались жители Прикубанского округа. Поломку на трансформаторной подстанции устраняли не только городские бригады электриков, но и краевые. Какие работы проведены на данном этапе и готовы ли коммунальщики назвать предварительную причину случившегося? На эти вопросы Алексею Шулепову постарается ответить начальник производственно-технического отдела Департамента городского хозяйства администрации Краснодара Сергей Кириллов. Алексей, вам слово. Большое спасибо. Здравствуйте. Сергей Геннадьевич, я прекрасно понимаю, что наша с вами программа выходит в такой в канун профессионального праздника энергетиков, но сейчас давайте поздравления чуть-чуть отложим, поговорим о той ситуации, которая сейчас сложилась в городе. Я имею в виду отключение электроэнергии, которое, ну, довольно ощутимая часть горожан на себе ощутила. Все-таки, что это было и почему так долго мы не могли справиться с этой проблемой? Значит, отключение было не одно и не два. В частности, прошедшая неделя, их было до 30 отключений различной сложности и значимости. В основном это Прикубанский внутригородской округ. Самое масштабное, да, целая череда отключений произошла в районе 9-го километра. Там из строя вышло 6 подстанций трансформаторных, которые утро 13 числа. То есть неделя назад, получается? Неделя назад практически, да, это случилось. Выгорело частично оборудование трансформаторной подстанции 146-й, и как цепь событий, произошло повреждение кабельных линий между трансформаторными подстанциями на 6 направлениях. И нужно было восстанавливать данные кабельные линии с тем, чтобы обеспечить подачу электроэнергии, запитать эти трансформаторные подстанции. Хорошо, тогда возникает вопрос, да, вот такая масштабная авария, да, или вот череда таких неприятностей, это халатность, да, это кто-то не досмотрел, это саботаж, диверсия, что это, вот, как нет, это? Нет, конечно, скорее всего, что это случайность, каждая случайность, она имеет под собой определенную основу. Окончательно причину еще не установили, в чем дело произошло, но скорее всего, что не сработала защита там, где на подстанции северной, с питающей линии головной подстанции. Угу.
и произошел разряд, и импульс. Да? Прошла цепная реакция, что привело к повреждению кабельных линий. При том, что они имеют достаточный износ, и в силу того, что высокие грунтовые воды при повреждении кабельных линий не напитывались влагой, и восстановление их было достаточно сложно производить. Угу. Ну, тогда возникает следующий вопрос. Кого-то уже наказали или кого-то еще будут наказывать, да? И когда это произойдет, должен же найтись кто-то виноватый в той ситуации, которая есть. Работает ли специальная комиссия, которая определяет причину там, первоначально? Вот то, о чем я говорю, это произошло утром в пятницу, буквально в пятницу, и в последующие выходные дни производились аварийно-восстановительные работы с привлечением специалистов, кабельщиков даже из других населенных пунктов. Из Кропоткина работали люди, из Новороссийска работали люди, из других предприятий, не непосредственно электрических сетей краснодарских, с тем, чтобы максимально короткие сроки возобновить подачу электроэнергии. При том, что оставшиеся электроэнергии подстанции, к ним были подключены дизельные генераторы, которые обеспечили подачу электроэнергии населению. Что касается разбирательства причин, в понедельник в администрации города было проведено совещание КЧС, где были определены силы и средства, на котором были определены силы и средства, необходимые для устранения случившейся беды. Именно так, потому что часть домов осталась без электроэнергии более чем на сутки, с тем, чтобы ликвидировать эту ситуацию. То есть сейчас проблема решена? На сегодняшний день эта проблема в целом решена. Причем она решена не по временной схеме, а по постоянной схеме. Все трансформаторные подстанции включены в работу. Хорошо, тогда на этой оптимистической ноте мы перейдем к поздравлениям. Ну, со своей стороны, от нашей телекомпании, от наших зрителей, мы вас поздравляем, потому что вы имеете непосредственное отношение к профессиональному празднику. Я знаю, что у вас есть желание поздравить своих коллег. У вас есть такая возможность, прошу. Уважаемые коллеги, энергетики города Краснодара, с наступающим вас профессиональным праздником, который будет в эти выходные дни. При той ситуации, которая сложилась в городе, достаточно напряженной, я считаю, что в общем и целом достойно отработали и по максимуму приложили усилия, старания, средства, потому что условия, в которых производились работы, это и по колено в воде, и прочие дела, я считаю, что это очень достойно. Поэтому вас с праздником и в качестве пожелания, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не происходили у нас в городе, чтобы все было в рабочем режиме, в штатном режиме, с наименьшими авариями и чрезвычайными ситуациями. Ну что ж, с наступающим праздником. Еще раз вас с наступающим праздником. И вас, уважаемые энергетики, тоже от своего имени, от имени нашей телекомпании, от имени наших зрителей поздравляю с наступающим праздником. Самое главное, чтобы вот сегодня профессиональный праздник, праздники начались и закончились не раньше Нового года, чтобы вас на работу без причины не дергали. На этом моя часть выпуска подошла к концу, но выпуск продолжается. Слушаем дальше. Руководители территориального общественного самоуправления в канун Нового года собрались во Дворце искусств «Премьера». Там проходил ежегодный бал общественности, который проводится по инициативе главы Краснодара и городской думы уже несколько лет подряд. Это повод не только встретиться вместе активным строителям гражданского общества, но и обсудить реализуемые при поддержке городской власти проекты на будущий год. Перед началом торжественной части приглашенные руководители ТОСов делились друг с другом новостями. Кому заасфальтировали двор, обрезали деревья, кому поменяли лифт или установили в подъездах новые окна. Я не раз в течение года бывал во дворах жилых домов, многоквартирных жилых домов, где усилиями самих граждан и под руководством общественного самоуправления наших активистов решаются просто грандиозные задачи. И после того, как они решены, просто удивляешься тому, какой уют и какой порядок в этих домах. И у нас таких людей много. Под громкие аплодисменты зала руководителей краснодарских ТОСов пригласили на сцену. Глава города Владимир Явланов и первый зампредседателя городской думы Виктор Тимофеев вручили им благодарственные письма, цветы и ценные подарки. С наступающим вас! Всего вам самого наилучшего. И надеемся, что и в 2014, и в 2015, и в 2028, и в 1954 годах мы с вами точно так же будем активно трудиться.
В настоящее время в городе зарегистрировано 1560 органов ТОС. 4 краснодарских ТОСа в настоящее время участвуют в краевом конкурсе на лучший орган территориального общественного самоуправления. Итоги конкурса будут подведены в начале 2014 года. В Краснодаре сегодня стартовала третья акция «Новый год придет в больницу» от фонда «Цветик-семицветик». Простые прохожие могут купить подарки, которые указаны на открытках в снегирях. Свои мечты на них оставили маленькие пациенты больниц, сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации с ограниченными возможностями здоровья. Как прошел первый день акции, узнала наш корреспондент Дарья Безинская. Снегири устроились на ветках новогодних елок. Сегодня стартовала акция благотворительного фонда «Цветик-семицветик». Волонтеры во всех гипермаркетах и развлекательных центрах Краснодара развешивают открытки с зимними птицами. На обороте каждой написано желание тех детей, которые так нуждаются в поддержке. Это пациенты больниц, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малоимущих семей. Одна из открыток тут же привлекает посетительницу магазина Ольгу Царичанскую. Это письмо Димы Логинова, 4-летнему мальчику. Мальчику скучно лежать в детской инфекционной больнице, и он очень любит рисовать. Поэтому лучший подарок для него – краски и фломастеры. Ольга решает купить все необходимое, признается. Сама мама и знает, как важен подарок для ребенка. Мои дети уже взрослые, они выросли. Им уже 21 год. Наверное, уже скоро сами будут иметь также деток. Так что все равно детей я люблю. Но насколько позволяют финансы, я хотела бы помочь этим детям получить какую-то небольшую радость к Новому году. Краски, там, кисточки, я не знаю, ну то, что они захотят. Те, кто занят и не может лично купить подарок, охотно жертвуют деньги в специальные ящики. За счет сборов фонд планирует помочь более 30 тысячам детей. Многие прохожие, уже выходя с покупками из магазина, возвращаются. Прочесть, что нужно ребенку для радости. Тем временем Ольга Царичанская приносит под елку желание палитру цветов для Димы Логинова, от которой не отказался бы и опытный ценитель акварели, и несколько развивающих игр. За доброе дело ей, как и другим благотворителям, подарили игрушку, сделанную руками воспитанников детского дома. Сегодня проводится акция «Новый год придет в больницу детям». Мы проводим акцию, и здесь висят открытки, то, что хотят пожелать детям на Новый год. В торгово-развлекательном комплексе «Елка желаний» стала центром притяжения для тех, кто пришел за новогодними подарками. Волонтеры каждому объясняют, что можно сделать для детей. Снегири быстро разлетаются с веток. Краснодарцы загорелись желанием стать для кого-то Дедом Морозом или Снегурочкой. Буквально за час в заветном мешке собралось 12 подарков. От MP3-плеера до говорящей куклы. Павел Голованов принес романы «Три мушкетера» и «20 лет спустя» Александра Дюма. Мужчина мимоходом прочел открытку от 15-летней Насти Филиманковой, которая просила книгу о Франции. Павел признался, выполнить такое желание для него приятно. Я когда-то работал с детьми-инвалидами и знаю, насколько необходимо ребенку внимание, даже самое маленькое. А книги для меня, ну это вся моя жизнь. И когда я вижу, что дети хотят книги, я... бегу в самый ближайший магазин и покупаю. Всего в Краснодаре подарки кладут под 15 елок. Находятся они в самых приметных местах – около кинозалов, универсамов и уходов в здания, чтобы никто не пропустил возможность сделать доброе дело. Нам очень хочется подарить им эту радость, увидеть их счастливые глаза. Поэтому очень важно, чтобы каждый взрослый почувствовал свою сопричастность. Просьбы у детей на открытках самые простые. Краски, игрушки, развивающие игры. Взрослому человеку купить их ничего не стоит. А для ребенка это настоящее новогоднее чудо. Каждый день на елках будут обновлять снегирей. И акция продлится до 29 декабря. Дарья Безинская, Евгений Гирник, телекомпания «Краснодар». Американский доллар укрепляется, японская иена дешевеет, а в Новой Зеландии все больше спросом пользуются кредитные карты. Так как же заработать на курсах колебания валют, акций и драгоценных металлов с максимальной прибылью и при этом не прогадать? Секретами успеха торгов на мировых финансовых рынках готов поделиться наш эксперт Денис Саляхутдинов. Ему слово. Информация предоставлена компанией «Телетрейд». Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Хотелось бы подвести итоги прошедшего дня. Тон, заданный рынком после оглашения данных по сворачиванию политики количественного смягчения США, продолжается. Поэтому, кто не вступил в позиции по укреплению американского доллара, вы еще можете успеть. Сегодня утром Национальный банк Японии оглашал решение по базовым процентным ставкам. Изменения, как и планировалось, не произошло.
ставка осталась на уровне 0,1%. Поэтому японская иена продолжает дешеветь против основных валют и позволит заработать многим трейдерам, которые торгуют по тренду, больше $1000 до конца года. В Новой Зеландии вышли положительные данные объемов расходов по кредитным картам. Этот индикатор отражает изменение общей суммы расходов, произведенных с помощью кредитных карт. Показатель связан с потребительскими расходами и уверенностью потребителей в завтрашнем дне. Повышение уровня расходов является признаком того, что потребители уверены в своем финансовом положении и стремятся увеличить свои расходы. На относительно слабом движении рынка по данному показателю трейдерам удалось заработать около $200. Днем основное внимание участников рынка будет приковано к данным о валовом внутреннем продукте США и Великобритании. Изменения по этим данным не прогнозируются, поэтому держим позиции в направлении текущей динамики. На рынке драгоценных металлов все прогнозы успешно оправдываются. Золото продолжает дешеветь, преодолев свой минимум от 27 июня этого года и подходит к отметке $1180 за троицкую унцию. Если вы хотите узнать подробнее, как можно заработать на колебании курсов валют, акций и драгоценных металлов, ждем всех желающих в офисе компании, где наши специалисты окажут вам квалифицированную помощь. И хотелось бы напомнить вам о прохождении уникальной акции в компании Teletrade. На этой неделе компания продолжает дарить всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-0400. Получайте знания, которые помогут вам заработать уже сейчас. И на этом у меня все. С вами был Денис Салихудинов. И помните, каждый упущенный день – это упущенная прибыль. Сегодня для решения финансовых трудностей краснодарцы могут взять сразу несколько кредитов в разных банках. Чтобы успеть погасить платежи, заемщику зачастую приходится отпрашиваться с работы. Одновременно и быстро оплатить все кредиты, автокредитование, ипотеку, микрозаймы и другие, в том числе разных банков, можно, обратившись в салоны «Евросеть». Алгоритм процесса очень прост. Для совершения первой операции клиенту необходимо предоставить реквизиты по договору для внесения данных в нашу базу. Далее будет выдан специальный штрих-код, который можно предъявить на кассе при последующей оплате данного кредита. Или же просто назвать номер телефона, на котором в нашей базе регистрирован кредит. Это упрощает последующие платежи и максимально экономит время клиента. Если клиент не успевает самостоятельно оплатить кредит, за него это могут сделать родственники или друзья. В случае переезда в другой город заемщик погасит платеж в любом местном салоне «Евросеть». В столице Кубани открылся дистрибьюторский центр одного из передовиков на поле сражения с избыточным весом. На открытии филиала всемирно известной компании в Краснодаре побывала и наша съемочная группа. На передовой борьбы с лишним весом компания «Herbalife» уже более 30 лет. Избавиться от ненужных килограммов при помощи продукции американской фирмы смогли миллионы людей. Потому открытие дистрибьюторского центра «Herbalife» в столице Кубани стало настоящим праздником для ее представителей и клиентов. Приобрести продукты теперь значительно проще. Длительное ожидание доставки осталось в прошлом. Сотрудники краснодарского филиала уверены, это событие позволит поднять обслуживание на новый уровень. Я являюсь дистрибьютором компании «Herbalife» уже 19 лет. И все эти годы у нас единственной сложностью это составляло то, что нам долго приходилось ждать продукты, и наши клиенты тоже ждали продукты неделями, доставка осуществлялась почтой. Это был очень трудоемкий, тяжелый труд, и сегодня мы очень счастливы и благодарны нашей компании за то, что эти уникальные продукты сегодня доступны буквально в шаговой доступности и в нашем городе Краснодар. Не секрет, что проблема лишнего веса является одной из самых острых в мире. С помощью продуктов Herbalife можно его не только снизить, но и эффективно контролировать без изнурительных диет. А те, кто хочет проконсультироваться и стать дистрибьютором компании, могут получить всю необходимую информацию в центре продаж Herbalife в Краснодаре по адресу, который сейчас на экране. Тамара Шамарина, Александр Ермолаев, Константин Каверин, телекомпания «Краснодар». Впереди еще много интересного, и вот темы ближайших минут. Движение в центре города на несколько дней закроют. В связи с чем и где именно, расскажем в рубрике «Большой город». Игристый напиток на любой вкус. На фестивале «Вина Кубани» побывали Лев Коновалов и Денис Перец. Какая погода ждет нашу олимпийскую столицу, Черноморское побережье? И как одеваться в ближайшие три дня жителям Краснодара, узнаете совсем скоро. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Стройэлектросевкахмонтаж». Квартиры под ключ от надежной фирмы по доступной цене.
Вы смотрите «Народный прогноз погоды» на телеканале «Краснодар Плюс». И в эфире я, Настя Барток. Здравствуйте! Сейчас о погоде в городах Краснодарского края. Начнем с горячего ключа Темрюка и Крымска. В выходные дни нас ожидает довольно теплая погода. Днем 6-8 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ночью минус 2, минус 4. В понедельник, 23 декабря, температура днем плюс 5, ночью минус 4, осадков не ожидается. Продолжаем путешествовать по нашему краю, и на очереди у нас Тимашевск, Тихорецк и Ейск. Здесь в субботу столбик термометра покажет плюс 5 градусов днем и минус 1 ночью. В воскресенье 3 градуса со знаком плюс в дневное время и ночью минус 3 градуса. В понедельник, 23 декабря, дневная температура составит 4 градуса выше 0, ночью минус 1. Осадков также не ожидается. Идем дальше. В Кропоткине, Армавире и Лабинске 21 и 22 декабря температура днем плюс 4, ночью минус 4, минус 6. Облачно с прояснениями. В понедельник ясно, днем 4 градуса тепла, ночью минус 3, также без осадков. Во второй части прогноза вы узнаете, как обстоят дела с погодой на Черноморском побережье. Не переключайтесь, ведь впереди все только самое интересное. Новые квартиры в жилом комплексе «Восток». Выбор, которым вы будете гордиться. Перспективный район, доступная цена, надежный застройщик. «Стройэлектросевкавмонтаж». Мы строим ваше счастливое будущее уже сейчас. Звоните 992-0545. Конфетного вора задержали в Краснодаре. Один из покупателей супермаркета на улице Новороссийской пытался похитить 4 дорогие коробки конфет. Однако был остановлен на выходе сотрудниками службы безопасности магазина. Полицейские, прибыв по вызову, задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Апшеронского района. Как выяснилось, парень приехал в магазин для приобретения алкоголя, но не смог устоять и украл сладости. Для того, чтобы остаться незамеченным, конфеты он спрятал под куртку. За это он может угодить в тюрьму на ближайшие 2 года. О других происшествиях расскажет Саида Шагужева. Вооруженные грабители в масках ворвались в отделение банка МТС и, угрожая сотрудникам финансового учреждения расправой, заставили их открыть сейф с деньгами. Преступники взяли около 12 миллионов рублей, свыше 100 тысяч долларов США и более 80 тысяч евро. Общая сумма ущерба в пересчете на российские деньги, по предварительным данным, составила порядка 20 миллионов рублей. Однако эта информация сейчас проверяется. Грабителей было двое. Они успели скрыться еще до приезда сотрудников полиции. Сообщение о происшествии поступило около 8 часов вечера. На место незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Предварительно установлено, что преступников было двое. Они действовали в масках с прорезями для глаз. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Сейчас вся полиция города работает в усиленном режиме. Все силы брошены на поиск преступников. Никто из сотрудников банка не пострадал. По сообщениям правоохранительных органов, в Краснодаре введен план перехват. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции, получившие ориентировку на преступников. На месте происшествия продолжает работать следственная оперативная группа. Добавлю, что по неподтвержденным данным, поступившим от источников правоохранительных органов, деньги в банке якобы хранились с нарушениями, а видеокамеры в момент ограбления по какой-то причине не работали. Другие грабители попали в объектив камер видеонаблюдения во время неудачной попытки ограбления магазина автозапчастей. Благодаря записи сотрудники полиции задержали 19-летнего краснодарца. Несколькими днями ранее он ограбил этот же магазин, похитил спортивный руль, датчики, лебедку и мотоциклетный шлем. Общая сумма ущерба тогда составила 400 тысяч рублей. Об этом в дежурную часть отдела полиции по Красунскому округу Краснодара сообщил хозяин магазина. Дежурная часть отдела полиции по Красунскому округу города Краснодара обратился владелец магазина автозапчастей, который сообщил о краже товара на сумму свыше 400 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение склада через окно. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан предполагаемый подозреваемый. Им оказался 19-летний краснодарец. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 кража, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Краснодарский аэропорт сегодня в 5 часов утра не смог принять самолет из Стамбула из-за тумана. Воздушный транспорт вернулся в пункт отправления. Время его прибытия в Краснодар будет известно
позднее. Из-за плохой видимости двумя часами позже не смог вылететь рейс Краснодар-Ташкент авиакомпании «Якутия». Сам аэропорт пока ограничил свою работу по техническим причинам. Не обслуживаются рейсы с 8 утра до 14 дня. Затруднения в работе связаны с реконструкцией перрона и взлетной полосы, где строители ремонтируют бетонное покрытие. А сейчас о ситуации на дорогах краевого центра за минувшие сутки. На Красной и Мира лобовое столкновение. Обе машины сильно повреждены, водители не пострадали. Недалеко от парка Чистяковская роща столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них плохо рассчитал дистанцию. Такую же ошибку допустил и водитель маршрутки. Это уже на Красной и Гаврилово. Иномарка осталась без бокового зеркала заднего вида. На Октябрьской и Советской пешеход, мирно стоявший на тротуаре, едва не угодил под колеса отечественной легковушки. Ее водитель совершил непонятный маневр. К счастью, пострадали только железные столбики ограждения. На Северном мосту не поделили дорогу две легковушки. На Старокубанском кольце ситуация разворачивалась по аналогичному сценарию, правда, с участием двух кроссоверов. Впрочем, то же самое происшествие на кольце Красных партизан. На Ставропольской и Старокубанской водитель иномарки практически на полном ходу наткнулся на попутное авто. На сегодня у меня все. Всего доброго. До встречи. Как показывает практика, в новогодние праздники аварии с участием детей становится большим. Связано это с тем, что таксисты в целях экономии машиноместа и денег игнорируют закон и не оснащают автомобиль детскими креслами. Инспекторы решили помочь извозчикам и подарили им удерживающее устройство. Продолжит тему Марианна Халатрян. Каждый рабочий день у таксиста Василия Олешко начинается с медицинского осмотра. Прежде чем выехать на маршрут, врачи измеряют давление, пульс и гемоглобин. Василий уверен, прохождение обследования – гарантия успешного рабочего дня. Для меня лично этот медосмотр важен для того, чтобы бывать на улицах на города разные ситуации. То есть где-то кто-то зацепился, не дай бог. А так я уже защищен с помощью вот этого медосмотра, что я трезв и вполне здоров. Здоровой должна быть и машина. Механик проверил тормоза, колодки и поворотники. А за полицейским – обследование салона. Каждый автомобиль должен быть оснащен детским удерживающим устройством. Иначе перевозить детей младше 12 лет таксистам просто-напросто не разрешат. В противном случае выпишут за нарушение штраф – 3000 рублей. Впереди праздничные дни. Много людей будут передвигаться на такси, то есть с детьми. Вот, с целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма была проведена данная акция. Данные акции будут проводиться примерно раз в квартал во всех крупных автотранспортных предприятиях. Только на этом предприятии более 200 машин. Все они должны быть оснащены детскими креслами. 50 из них сегодня оснастят таковыми. Об этом позаботятся инспекторы ГИБДД города. Возьмите, это детское удерживающее устройство. Детей до 12 лет перевозим только с помощью детского удерживающего устройства. Помните, в ваших руках жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Внимательны на дороге. Счастливого пути. Спасибо. По словам Василия, каждый третий клиент садится в салон с ребенком. Раньше выполнение услуги приходилось отказывать. Теперь, говорит таксист, работать будет в полную силу. Марианна Халатрян, Вадим Волков, Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар». На время новогодних праздников в нашем городе специалисты разработали схему подъезда к гипермаркетам и торговым центрам. Она рекомендована для работы грузового транспорта в ночное время суток и для движения частного автомобильного транспорта днем. Новая схема призвана снизить заторы и пробки на территориях, прилегающих к торговым центрам, предприятиям оптовой и розничной торговли. Детально рассмотреть ее можно на официальном сайте городской администрации. И о других событиях в нашем большом городе расскажет моя коллега Евгения Коломейцева. Здравствуйте. Сегодня в краевой администрации подвели итоги ежегодного конкурса «Качество». Свои научные работы представили сотни учителей и учеников кубанских школ, а также студенты вузов. В финал вышли только 5 педагогов, из них 3 краснодарцы. Столько же учащихся. Они получили ценные подарки, полезные для учебы и работы. Среди финалистов оказалось 2 студентов Кубанского технологического университета. Им вручили денежные гранты от губернатора. Средства на развитие научной деятельности молодых людей. За большой промежуток времени, за 10 лет, каждым разом количество участников увеличивается. Все понимают о значимости, важности этого мероприятия. Мы увеличиваем количество номинантов, количество возможных премий, наград.
Кроме педагогов и учащихся, сегодня подарки получали и работники средств массовой информации, телевизионщики, газетчики, радищики, которые в течение года успешно потрудились в рамках губернаторской программы «Увеличение потребительской грамотности населения». В число призеров вошла и наша телекомпания. «Краснодар Плюс» отметили ценным подарком и почетной грамотой за цикл сюжетов о работе программы «Качество». Завтра в поликлинике номер 17, расположенной по улице Симферопольской, в Комсомольском микрорайоне пройдет День здоровья. Его решено посвятить профилактике гриппа и ОРЗ. Помимо лекций запланированы консультации терапевта, хирурга, инструктора лечебной физкультуры. Все желающие смогут определить свой индекс массы тела, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму и УЗИ. 30 и 31 декабря, а также 1 января в нашем большом городе ограничат движение транспорта в районе Театральной площади. Изменения коснутся улиц Красной, Буденного и Красноармейской. Причем не на несколько часов, а на несколько дней. Так, например, по улице Буденного со стороны здания городской администрации от улицы Красной до улицы Красноармейской нельзя будет проехать с 6 утра 30 декабря 2013 года и до 6 вечера 8 января нового 2014 года. А вот по Красной от Пашковской до Каренина движение автомобилей закроют в 6 вечера 31 декабря и откроют только в 4 утра 1 января. Кстати, по Красноармейской и Буденного будет организована стоянка транспорта участников и гостей праздничных мероприятий. Крайнюю правую полосу проезжей части улицы Красной, почетной стороне от Длинной до Буденного, закроют с 9 вечера 29 декабря и до 8 вечера 1 января. Вообще график очень большой и сложный. Все его детали можете изучить на сайте городской администрации по адресу www.krd.ru. В преддверии новогодних праздников у краснодарцев и гостей кубанской столицы появится еще один повод для хорошего настроения. В Кубань-экспоцентре стартовал фестиваль «Вина Кубани-2013». Все подробности у нашего специального корреспондента Льва Коновалова. То, что вино – напиток, располагающий куда более изысканному веселью, чем, скажем, водка, здесь было понятно уже с порога. Особую атмосферу праздника создавала уникальная шоу-программа в стиле царских балов 19 века. Красочные стенды буквально ломились от количества бутылок, бокалов и легкой закуски. Свою продукцию представили все винодельческие предприятия региона. Не мудрено, что и ценителей благородного напитка также пришло немало. А я каждый год хожу сюда. Ну, более, мне кажется, качество здесь можно купить, чем в других местах. Ну и выбор большой. Сапирави мне нравится, уже купила. Когор нравится из сладких. Ну, там... Еще посмотрю. Все без исключения гости мероприятия могли поучаствовать в так называемом народном голосовании и лично оценить качество вин. Чтобы получить более объективные результаты, организаторы фестиваля приняли решение провести голосование вслепую, без названий производителей и без этикеток. Впрочем, многих горожан куда больше интересовало подобрать достойную бутылку другую для украшения новогоднего стола. Здесь неоценимую помощь оказывали консультанты, которые объясняли не только, как вино правильно выбрать, но и как его правильно употребить. Чтобы понять вкусовые качества вина, вы должны его сначала понюхать и почувствовать его аромат. Для этого вам нужно немножечко поболтать вино в бокале. Не бойтесь, хоть по часовой стрелке его болтать, хоть против часовой. И делайте небольшой вдох. То, что вы получили первый аромат, какие, вы можете узнать. Аромат каких-то трав, аромат ягод, аромат цветов. То есть все это будут идти характеристики того или иного продукта. В этом году на Кубани собрали рекордный урожай винограда за последние 20 лет – более 200 тысяч тонн. И это при том, что на протяжении всего сентября в крае были не очень благоприятные погодные условия, что, однако, никак не сказалось на качестве винограда. Уровень вина, который здесь представлен, в общем-то, на порядок выше, чем уровень вин прошлого года. На удивление даже нам, винодела России и в Краснодаре, развивается так быстро, что даже эксперты не всегда успевают за тем прекрасным вином, которое создается в крае. Отметим, что все вина на выставке можно не только продегустировать, но и приобрести, причем по очень заманчивым ценам. Фестиваль «Вина Кубани 2013 продолжит свою работу вплоть до 22 декабря. Лев Коновалов, Денис Перец, Александр Воронов, телекомпания «Краснодар».
Возвращаемся к нашему народному прогнозу погоды. На очереди Черноморское побережье. В Новороссийске, Геленджике и Анапе 6 градусов тепла днем, ночью минус 2. Такая погода будет в этом районе завтра, 21 декабря. В воскресенье незначительно, но потеплеет. 8 градусов днем и ночью минус 1. Понедельник 7 градусов днем и минус 2 ночью. И все 3 дня ясные, без осадков. Олимпийская столица по-прежнему радует нас теплой погодой. В выходные дни там плюс 10 днем и 5 градусов тепла ночью. В понедельник жители Сочи и Туапсе также будут наслаждаться весьма комфортной температурой. 9 градусов тепла днем и ночью плюс 4. Что касается столицы Кубани, завтра нас ожидает переменная облачность. Днем плюс 7, ночью минус 1 градус. 22 и 23 декабря дневная температура составит 5 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус 1 градуса. Осадков не ожидается. И помните, неважно, какая погода за окном, главное, чтобы в душе всегда была весна. А с вами была я, Настя Барток. До новых встреч! Это все новости к этому часу. Пересмотреть их можно на нашем сайте tvkrasnodar.ru. А впереди вас ждет рубрика «Праздник каждый день». Я же с вами прощаюсь и желаю приятных выходных, независимо от дат в календаре. До встречи! Наш веселый спонсор – магазины «Дури Маркет». А вот и пятница. Всем привет! Сегодняшний день самый подходящий для того, чтобы веселиться. С вами снова я, Светлана Моренко. Расскажу о праздниках, которые отмечают сегодня и в эти выходные. Итак, в эту пятницу самый солидарный день. 20 декабря отмечают Международный день солидарности людей. Советую не выбиваться из массы и проявить солидарность каждому солидарному из всех тех солидарных, кто вас окружает. А уже завтра свой профессиональный праздник отметят те, кто точно знает, сколько прям в эту минуту стоит квадратный метр жилья. 21 декабря в России отмечают День риэлтора. Так что, если вы собираетесь приобрести недвижимое, советую поздравить вашего помощника-риэлтора с его профессиональным днем. Ну а в это воскресенье день тех, без кого нам точно было бы темно. Свой профессиональный праздник 22 декабря отмечают энергетики. Предлагаю сей праздник отметить включенным светом и подарками в виде лампочек. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до новой встречи. Желаю вам прекрасной пятницы и не менее прекрасных выходных. И напоминаю, что до главного праздника этого года осталось совсем немного. А это значит, самое время покупать новогодние костюмы и атрибуты для вашего праздника. Лучшие из которых вас уже ждут в магазинах «Дури Маркет», магазинах товаров для праздников и запоминающихся событий. До новых встреч!